Десятки падающих звезд. В этом месяце над Приднестровьем сразу три ярких метеорных потока. Так что загадывать желание можно будет хоть каждый день. Первый метеорный поток Ориониды уже стартовал. Пик Драконид 9 октября. А вот наблюдать за южными Тауридами лучше всего после полуночи 13 октября. Это следующая пятница. Мы можем увидеть настоящее звездное шоу до 20 метеоров в час. Все их могут наблюдать невооруженным глазом или со штатива с фотоаппаратом, легко сфотографировать. За ночь можно поймать действительно десяток ярких метеоров. Каждый житель, тем более Приднестровья, может стать участником и охотиться вот за такими астрономическими явлениями. Они доступны, они безобидны и очень красиво выглядят на нашем небосклоне. В помощь мобильные приложения для наблюдения за звездами. Так что не упустите возможность полюбоваться октябрьскими метеорными потоками и загадывайте желания.